события в школе номер 17 с углубленным изучением отдельных предметов отмечают торжественно. Учреждение дает старт открытию первичных отделений российского движения детей и молодежи «Движение первых» в образовательных учреждениях округа. Во всей России стартует фестиваль открытия первичных ячеек. И школа номер 17 – это школа в городском округе, которая дает старт открытию таких ячеек во всех образовательных организациях нашего округа. Почему именно так? Потому что школа номер 17 – это школа флагман. Это та школа, которая дает направление, и та школа, на которую можно равняться. Очень важно сегодня повышать свои компетенции, свои знания, свои навыки, развиваться. Вот я вам искренне этого желаю, и российское движение молодежи, детей и молодежи вам в этом будет способствовать. Не зря, да, слоган движения, движение первых. Вот я вам желаю быть первыми во всем, всегда и везде. Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина. Учредительное собрание организации состоялось 20 июля 2022 года. Свое название «Движение первых» она получила по итогам голосования на первом съезде движения в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Также были определены 12 направлений деятельности, названы ценности организации: жизнедостоинство, патриотизм, созидательный труд, крепкая семья, добро и справедливость и другие. У нас, конечно, и раньше были движения, да, этого РДШ. А данное направление, оно более масштабное. Оно охватывает не только отдельно взятую школу, оно объединяет все школы, все округа, но вообще всю страну. Люди узнают об этом, начнут вступать, намного больше людей будут участвовать в этом и развиваться. Это хорошо. Свои интересы, достижения, направления деятельности ребята продемонстрировали гостям в день открытия первичного отделения. Школьная жизнь насыщенная, создаются все условия для всестороннего развития подрастающего поколения. Теперь же, благодаря созданной организации, ребята смогут воплотить в жизнь еще больше своих идей и проектов. Движение первых объединяет и школьников, и студентов, муниципалитета, региона, страны. Постепенно первичные организации будут появляться и в других школах, а также в молодежных центрах Щелково. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.